Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаю вас знакомить с малинами среднеспелого срока созревания. Перед вами сорт Ковичен. Это очень урожайный сорт, энергично растущий, высокий, требует хороших добротных шпалер. У нас шпалера пока что временная, маленькая. И всю высоту побега не получилось подвязать. Побеги свисают вот так свободно. Все увешаны ягодой. Ягода одномерная, чуть-чуть удлиненная. Давайте посмотрим, как снимается с плодоложа. Снимается легко, свободно, чисто, сухо. Даже вот видите, опадает. Я думаю, что в принципе можно убирать стряхивание. Малина, которая может осыпаться, при перезревании ее удобно собирать стряхиванием. Она только начала созревать, еще много зеленой завязи. У нее достаточно растянутое плодоношение. Сейчас я постараюсь поднять, вам показать. Одной мне очень неудобно, но дергать каждый раз мужа, просить, чтобы он пришел, поднял побеги, неудобно. На следующий год, даст Бог сил, построим добротные шпалеры. Я вам покажу, конечно, во всей красе. А здесь все свисает, очень сложно показывать. Давайте попробуем, оценим по вкусу и аромату. Посмотрите на сорт Ковичен в сравнении с моей рукой. Вот такая одномерная коническая ягодка. Ягода очень вкусная, сладкая, ароматная, мясистая, без лишней сочности. Будет хорошо транспортироваться на небольшие расстояния. Этот сорт можно выращивать как для продажи на рынке, так и для себя. Ягода очень вкусная, очень урожайная, сильнорослая, могучая, рабочая лошадка. Ковичен. Вот еще полюбуйтесь на форму и размер в сравнении с моей рукой. Да, не самая крупная. Есть сорта, конечно же, крупнее, но суммарная урожайность, очень много завязи. Сильные кусты, могучие. Ягоды действительно море. И она не мелкая. Собирается легко и очень вкусная. Вот такая красота.